далеко не все. Угу. То есть и ты в этом случае стоишь, ждешь первого человека, кто может спуститься на охрану, угу, забрать, взять ключ, открыть, да, и как бы тогда работать. Ну, просто. Тут тоже интересно, как они сделают эту сигнализацию. Там тоже карточка будет с ними, что ну, ключи всем получат. Не, ну, ну... Ну, просто я же говорю, если как бы смысла... Если ты не можешь сам поворотный, сам ключ открыть, то как бы в твоей карточке, пока не придет первый, кто может открыть, смысла нет. Не, каждому по ключу дать, как мы сейчас носим. Каждому шесть ключиков. Ну, может быть. Что-то я слышала. Серию «Белой теории», которая вышла сегодня с Корнилевичем, попала на обед. Сидим, вот такой дизайн. С ним я, Корнилевич, Леша, как мы тянем. Давай ржать, типа это интересно. Я говорю, то что там в Евроспорте? Ну, типа бегают, стреляют. Смотрю, такой включает пифен в теории. Я понял, что пока не еще Евроспорт смотрела, а сейчас. Ну, он зашел, а там наши смотрели какие-то старючие серии, даже с переводом не кураж бомби. Таким малаховским переводом вообще просто, когда девушек тоже там как-то так озвучивают, так что вообще непонятно. И он там пришел, что-то ржал. Как я встретил вашу маму? Это по рекламе посмотрел, которую рекламируют в Big Bang Theory. Да. Говорит, кто тебе посмотрел? Говорит, ну, я пыталась смотреть. Говорит, и как тебе? Говорит, ну, мне не пошло. Вообще. Говорит, ну там, говорят, классный второй, третий сезон. Говорю, ну типа, я до такого не дошла. До второго, до третьего. Обед сегодня. Сидит, глаза краснючились, уже вообще никакой. Какой-то еще фильм про убийство идут. Что-то там чувак говорит, у тебя классные мозги, типа они там пойдут на что-то там такое. Такое классное. Что-то фильм неинтересный. Ну, так и не смотрел.